Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Продолжаю вас знакомить с продукцией Eagle. Сегодня у нас на очереди два полусинтетических продукта. Это 10W30 IPSL и 10W40 IPSL. Не стал разделять, продукты схожи между собой очень сильно. На самом деле в России огромное количество автомобилей, которые допустимо использовать спецификацию по IPSL. Просто загляните в свой мануал и сами в этом убедитесь. Для многих автомобилей это актуально. Что касается цены, она на 100-200 рублей дешевле, чем синтетика 5W30. Последние года полтора я очень много общался по этому поводу с технологами на блендерных заводах, с технологами на заводах полного цикла. Вот на Татнефти недавно общался с технологом, с главным. В МИЦ ГСМ мы долго беседовали по этому поводу, где начинается эта грань перехода между минеральным маслом, полусинтетическим, синтетическим, потому что стандартов мировых определяющих это нет. Вообще нет стандартов мировых, которые бы глобально это определяли. Просто представьте себе такую длинную полосу. Начинается она с черного цвета, заканчивается белым. Вот эта градация 50 оттенков серого. Также то же самое с маслами синтетическими, минеральными и полусинтетическими. Нет четкой грани перехода из минералки в полусинтетику, как правило. Поэтому зачастую такая ситуация бывает, что полусинтетические масла определенного бренда по своим характеристикам эксплуатационным превышают те же масла синтетические, те же самых вескостей от других брендов. Такое часто встречается. Вот это четкая грань разделения, где переход идет от минералки в полусинтетику, от полусинтетика в синтетику, ее, как правило, нет. Это все в большей степени, конечно же, маркетинг. Вот, просто масла есть более синтетические, есть менее синтетические, а четкой грани разделения, к сожалению, пока что никто еще не придумал, кроме маркетолога, который вам рассказывает постоянно сказки по этому поводу. А масла эти продаются у нас, конечно, меньше, чем синтетические, потому что цена на них немного дешевле, чем на синтетику, но это и объяснимо, я уже объяснил вам почему, потому что, по сути дела, состав этих масел от синтетики отличается не очень сильно. Eagle производится в Южной Корее, делает его завод CN Loop, это блендерный завод, который для самой Южной Кореи, для внутреннего рынка не производит практически ничего, делает для внешних, это нормальное абсолютное явление. Завод аккуратный, блендерный, делает он из базовых масел SK, как правило, SK это ZIG базовые масла, и присадки используют чаще всего Lubrizol, но с Infiniom тоже работают, поэтому это хорошие, правильные, качественные присадки, хорошее, качественное, правильное базовое масло и хорошие полимерные загустители. Я знаю, какие они используют, но не буду раскрывать эту тайну, тоже хороший производитель. Вот, поэтому масла можно смело покупать, они есть у нас на маркетах, цена 10W30, что-то нашего склада напрямую если брать 1700, 10W40 на 100 рублей подороже, там 1800. На маркеты, конечно, не стоит дороже, потому что маркеты – это неблаготворительная организация, они с вас тоже берут деньги за наше обслуживание. Поэтому, если есть желание, заказывайте напрямую у нас. Мы находимся в Новосибирске по адресу улицы Николая Островского, 111, корпус 5, офис 319, третий этаж, работаем с 9 до 5, с понедельника по пятницу, с выходными, слава богу. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики. Ссылки на эти продукты и на наши маркетплейсы, и на наш магазин, и на наши телефоны все я оставлю в описании к этому видео. А также оставлю телефоны всех наших менеджеров поименно. Можете звонить им персонально. Всем пока.